Вот такие цветочки, которые у нас дома растут в горшках. Они здесь вот. Как изгородь. И цветут. Я не помню, как они называются. Вот так вот. Что-то Люк там он снимает. Фотографировать взялась. Прям вдоль дороги. А мы едем с той стороны с хурмой. Вот. Мы ее будем сушить. Вот такой урожай. И еще в рюкзаке.